Добрый день, мои дорогие любители вязания. Я вот экспериментирую с цветами. Связала вот такой вот и делаю вот такие вот маленькие цветочки. Мне хочется собрать украшения с наборных цветов, количеством цветов, да, и, допустим, соединить их с цепочкой. Не знаю еще, как это у меня будет получаться, но на данный момент я вот связала вот такие маленькие цветы. И вот такой опробовала большой. Если вам понравилось и вы хотите видеть урок по такому цветку, пожалуйста, можете откомментировать внизу под видео. Если будет наберется иное количество людей, то, конечно, можно сделать и такое. А вот этот вот маленький мы сейчас с вами разберем. Он очень простой, берет немного времени в работе, но смотрится достаточно неплохо. Если мы скомбинируем, допустим, вот эти маленькие цветочки и сделаем такие как бусины, да, и их наберем через цепочку, то будет смотреться, на мой взгляд, интересно. Пока еще не знаю как, но дальше мы с вами увидим. А сейчас разберем вот такой цветок. Он вяжется очень легко и просто. Мы набираем первую воздушную петлю и вяжем, ну, к примеру, 3 или 4 воздушных петли. Мы сделаем 3. 1, 2, 3. Замыкаем в кольцо. Замкнули в кольцо, и вот в это как бы колечко, которое у нас сейчас плохо просматривается, мы должны связать с вами 8 столбиков с одним накидом. Но для начала мы сделаем 3 петли подъема. У нас 2 воздушные петли между столбиками, накид, и мы вот в это колечко вяжем с вами столбики с одним накидом. 2 воздушных петли и очередной столбик. И так по кругу. Итак, 8 столбиков у нас готовы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 воздушных петли. И в третью петлю подъема мы с вами соединяемся. Вот 1, 2, 3 соединительным столбиком. А теперь мы как бы сделаем лепестки. 3 петли подъема. Накид. И вот в этот столбик мы с вами вкалываем крючок и вытягиваем его до длины нашего столбика. Опять накид, опять вкалываем в ту же самую точку и опять вытягиваем до длины нашего столбика. Это второй раз. Третий раз мы проделываем ту же самую операцию и можно сделать еще четвертый ряд. Четвертый раз. Вот у нас с вами 4 накида. Мы провязали один раз, закрепили второй раз и столбиком без накида соединяемся с нашим кольцом. Вот у нас с вами получился вот такой как бы лепесточек. Опять 1, 2, 3 накид и в эту же петлю, в этот же столбик мы с вами вяжем один накид, вытягиваем второй, третий и четвертый. Протянули, закрепились и соединились на кольце, на столбике. Так мы с вами провяжем абсолютно все наши лепестки. Итак, я практически закончила вязать цветок. У меня остался вот последнее соединение с моим основанием, соединительной петлей. Мы с вами обрезаем и закрепляем нить. То есть можно сделать с разных цветов, набрать такие цветочки и сделать определенные украшения. Видите, больше, меньше. Можно просто посоединять. Их получить, я видела, интересный, можно сделать и шарфик. В конце концов, даже и куфта может смотреться неплохо. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня хотела вам показать и рассказать. Видео у нас короткое. Надеюсь, цветок вам понравился. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов и до скорых встреч.